Вы смотрите отзыв об отеле Magic Palace. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Спика, который был в нем в 2015 году. Отдыхали с мужем и дочкой первый годик, 6 ночей, с 15 по 21 декабря. Отель расположен очень удачно, все окна выходят на лагуну с корабликами и бассейн отеля. Рядом от входа в отель супермаркет, а все развлечения и променад в 10 минутах ходьбы с коляской. Пляжи расположены тоже недалеко, также по набережной лагуны, вдоль магазинчиков. Аэропорт Авда находится чуть ли не через дорогу от отеля, но самолетов не слышно и не видно, только села улицы видно. По ночам и в шаббат самолеты не летают, так что совсем не беспокоили. В конце променада есть торговый центр. Там вроде как все дешевле, чем в Тель-Авиве, так как беспошлинная торговля, но я не заметила особой разницы в ценах. Номера в отеле есть с балконами, нечетные этажи, и бесчетные. С балконами, конечно, круче. В номере все как обычно, без наворотов, чисто прилично. Очень тихо в коридорах и за стенами. Двери сейф открывать карточкой, моя правда глючила, с пятого раза срабатывала. В ванной есть веревка выдвижная, можно сушить белье и купальники, есть фен. Кондиционер на обогрев не включали, солнечная сторона, ночью даже окно открывали. В номере сейф, холодильник, чайник, кофе, чай, сахар. Уборка за 5 дней была 3 раза, но мы часто вешали табличку «Не беспокоить», может и каждый день убирают. На второй день принесли в номер 2 бутылки воды в подарок. В пятницу перед шабатом – яблочный пирог. Лифты быстрые, 3 штуки. Питание у нас было все включено, но никакие алкогольные напитки не наливали, все платно. Только в шаббат на стол поставили маленькую бутылку красного вина. На завтрак было шампанское, но никто его так и не открыл. Еда очень вкусная. На ужин всегда 4 повара готовили гриль рыба, птица, стейки, что-то с тестом. Ну и всего остального очень большой выбор. На завтрак молочное, сыры деликатесные видов 10, белые мягкие, выпечка и тому подобное на обеды была еда с ужина, гриль и что-нибудь новое. Я попробовала 1% от ассортимента, все очень вкусно. Особенно запомнилась паштет печеночный с клубничным джемом, салат из артишоков и мусс из розы с фисташками. Минусы в питании. Огромные очереди. Толкотня с тарелками, так как тарелки находятся под столами с едой. Заход на обед и ужин второй группы, так как всех желающих зал не вмещает. При входе записывают номер комнаты, как бы намекая, что второй раз уже тебя не пустят, даже если хочется взять сок или спокойно поесть десерт. Официанты раза 3 подходят и спрашивают, не уходим ли мы уже. Отстали только когда муж купил 2 бокала пива. Чай и кофе только на завтрак, суп только на ужин. Вода не в кулерах, а в автоматах в лобби, у детского бассейна и в ресторане, сразу и не увидишь. Была анимация, для детей вечером и в шаббат днем. В бассейне каждый день немного аэробики, по вечерам акробаты или просто музыка. 2 бассейна, большой и маленький детский, оба с подогревом очень хорошим. Бара при бассейне нету. Для детей. Во-первых, в номере ковровое покрытие, что очень для детеныша хорошо, тепло и не скользко. Питание, в ресторане детский стол, макароны, сосиски в тесте, овощи и все. На третий день мы узнали, что в лобби дают в любое время баночки фруктов гербер, делают супчики, только надо сказать за полчаса, они в печке его делают, на блендере мельчат. Может еще что-то делают, мы брали только это и в номере я делала кашу из дома. Везде можно проехать с коляской, пандусы, дают в номер кроватку, но мы не брали, кровать большая, поместились, подвинув к краю стул и подушки. На этаже минус первая детская комната, но не для малышей, а для постарше, ТВ, автоматы, детский бильярд. Новый год в отелях Эйлата не отмечают, поэтому ни елки, ни других новогодних атрибутов не было. Вроде все. Отель понравился, но в Египте мне больше нравилось. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.